В руках специалиста ЦСМ Росстандарта небольшой и, кажется, легкий чемоданчик. Но это только на первый взгляд. Внутри гиря весом в 5 килограммов. Есть и меньшая, весом килограмм. С помощью этих эталонов специалист выясняет, насколько точны весы. Первый прилавок и первый недочет. На весах старая отметка о поверке. Но тут вот 17-й год стоит. То есть поверки нет. Эти весы не поверены, то есть продавать с них нельзя. Проверять электронные весы, согласно букве закона, необходимо раз в год, иначе нельзя быть уверенным в точности их показаний. Однако на показания может повлиять и неудачное размещение даже поверенного измерительного прибора. Так, смотрим вес. Теперь, да? Потеемся. Чудесно. Эти весы проверку прошли, порадовали своими показаниями эксперта Нижегородского ЦСМ Росстандарта и контрольные весы. Испытание пройдено, в подтверждение на весах размещают специальную наклейку. Правда, многие покупатели пренебрегают возможностью проверить вес товара. Может быть, я бы ее шью, но я не проверяю никогда. А почему не проверяете? Доверяю. Никогда не считаю и не смотрю. Я доверяю. Надо еще проверять компетентным людям, которые разбираются в этом. Правильно они 100% или неправильно. Специалисты Нижегородского ЦСМ Росстандарта проверили. Большая часть весового оборудования на рынке поверена и исправна. А это значит, покупатели могут быть уверены, что их не обвесят. Некоторые недочеты пообещали устранить. Естественно, в любой работе бывают недочеты. И увидя эти недочеты, понятно, что дирекция рынка будет их устранять. Главное, мы с вами все увидели, да, что у нас контрольные весы соответствуют. Поэтому потребитель, приобретя что-то, какой-то товар, в любом случае в интересах своих, он может подойти к контрольным весам, перепроверить. Мы хотим сакцентировать внимание покупателей, особенно вот в этот период новогодних, предновогодних закупок, на то, чтобы после того, как они приобретают товар, если возникло хоть какое-то сомнение на корректность веса, чтобы они обратились к контрольным весам, которые мы поверили, проверили, которые точно соответствуют необходимым показателям. Кстати, специалисты Нижегородского ЦСМ планируют раз в неделю проверять контрольные весы на этом рынке, а в будущем и в других торговых точках. Екатерина Васильева, Михаил Городников. Время новостей.